Мобильный, как планшет. Мощный, как ноутбук. Ноутбук и планшет в одном корпусе. Intel представляет Ultrabook Transformer. Он не просто изменяется сам, он меняет все. Привет, друзья! Ну что ж, с вами Слэм в студии SL TV, и мы с вами сейчас будем смотреть один из матчей SL TV Star Series этого сезона. Через несколько минут команды начнут играть друг с другом, терзать друг друга, и как мы все прекрасно понимаем, мясо, и еще раз мясо, много вкусного мяса, в общем-то. Не, ну если на самом деле, давайте пробежимся сначала, наверное, по составам команд и вкратце толкнем жесткую четкую речь. Друзья, за команду ЛТЗ. Команда ЛТЗ, друзья, это вот уникальный, наверное, момент этого сезона. Аматорка, нет, квалификация в Pro, Pro серия, Star серия. Вот такой вот их был путь. Ну и как вы понимаете, они выиграли в принципе. Pro серию пятого сезона попали в Star и сейчас будут пытаться драться с французской командой Пураген. Пураген, команда X-Imaginary, Узи занимал третье место на Star Ladder в первом сезоне CSGO, в четвертом общем. И сейчас пока что они играют, кстати, Knife. Вроде бы как ЛТЗ, наверное, будут атаковать или защищаться, пока непонятно. Но узнаем через несколько секунд. Пока... О составах можно, наверное, поговорить. Ну, вот как видите, Матео, Узи, Эйкер, Флекзор, Липтон. Это состав команды Пураген Esports или Пайроджин, или как-то так. Но Пирджи Гейминг, в общем. Вот непонятно, будет ли играть сегодня Матео. Как я смотрю, да, все-таки сегодня они играют без Матео. Позвали Кевса, это их стенд-ин на эту встречу. Ну и дело закончилось, все. Не очень хорошо, как я понял, у Матео не смог он сыграть. Вот стенд-ин искали, по-моему, вообще прямо перед игрой сейчас ребята из Франции. Ну, пытаются как-то свой слот отстоять. Кстати, Эйкер получил еще и MVP-шечку, как я понял, на Мираже, но на найф-раунде. Эйкер это первый 0 на 15 в истории CSGO, друзья, первый рулончик. Ну и состав ЛТЗ, который натворил немало шума, это Женя, Фаталити, Тиксон, Торнадо, Трэшик. Трэшик игрок из Украины, на которого все гонят то, что он читер и все такое. Сегодня уже было много комментариев по этому поводу сказано.
Ладно, пока что зайдем в Counter-Strike. У нас был сыгран Knife Round. Я готов смотреть за Ливом. И это Лив. Это Лив, друзья. Слава богу. Видим уже от ЕЛТЗ проход сейчас быстрый какой-то под Б-плент. При том, что двигаются втроем, а игроки... О, нет, не втроем, стоп, они все в пятером решили быстренько сыграть под Б-плент. Посмотрите, вышли без всякого сопротивления, совершенно спокойно. О, поставили бомбу и сейчас будут пытаться сдерживать в этой пистолетке французское выбивание. Кстати, мой прогноз на матч, то что ЕЛТЗ должны здесь вообще сломать сейчас своих оппонентов из Пураджин. Тим Даст, либо стреляют французы жестко, но тимплеем ЕЛТЗ могут взять. Я все-таки считаю, что ЕЛТЗ в плане тимплея должны... Ой, на кабана хотели сейчас посадить. Остается у нас последний Дезов от Джей, вот ник тоже непонятный, молодого человека. Ну и первая пистолетка, сыгранная линейно на Б-плент без какой-либо подготовки, достается команде Пураджин. Жесть, слэм. Где капитан Virtus.pro прячется? Не знаю. Тренируется, наверное. Глок и П-250 пока что самые лучшие, на мой счет. Вот кто-то пишет по поводу пистолетов. Вот, кстати, на пистолетках я вообще считаю, вот пистолет 5.7 есть такой. Его вообще часто... вот американцы почему с ним играют, да? Потому что в описании этого пистолета, по-моему, твердый, понятно написано то, что он имеет бонус дэмэдж по игрокам, которые с армором. Со вторым армором. То есть, как бы, если парень, например, на первом бае стоит против вас с тем же самым бизоном, да, но он в каске, вы можете ему как заблокадать голову, но с 5.7, если попадете, то с пульки можно будет вообще ушатать парня. Пока вот все релагов, как мы видим, здесь Женек сейчас попытается закрепиться под бомбу тиммейтов, но синхронное выбивание от Проджен, от Перджи было очень-очень-очень жестким. Сразу хоп, снесли. Но двух человек, тем не менее, посмотрите, потеряли французы на Б и дали небольшой расклад по деньгам. Сейчас ЕЛТЗ-шкам. Давайте посмотрим, что будет после бомбы. Это бай. Несомненный бай. 5300. Деза. Женя. Так. Женя тоже сейчас будет покупать очень-очень плотно. Мне интересно. Не, 5АК. 5АК. Без исполнений. Без каких-либо там супер-четких АВП. Будут разыгрывать очень спокойно ребята из команды ЕЛТЗ. Ну и давайте смотреть за встречей. Мид будут пытаться занимать. Атакуют очень быстро, кстати, ЕЛТЗ. И это может сейчас играть с ними злую шутку на самом-то деле. Узи, кстати, сейчас уже знает то, что к нему бегут в ЗИГ. Ну, дым в люке, по-моему, дал ему ясность небольшую. То, что все-таки парни попытаются пройти в ЗИГу. Сейчас будут пытаться Узи убивать. Трэшик заходит на него. И тут уже сюрприз, но Трэшик его закрывает. Ну, вот поэтому Трэшик и не любят. Всегда не вовремя. И Узи, естественно, сейчас на такой волне радости отвалился. Думал-то все хорошо, я приму, а вот не принял. Ну и в итоге ЕЛТЗ на первом бае сразу же. Оп, Трэшик не заметил. Вот он увидел наконец-то то, что стоит нога за стенкой. Ну, выстрелился, зажал, но со второго раза забрал флекса. Ну, вот посмотрите, первый девайс, и сразу же французы как-то посыпались. В общем, пока непонятно, что же все-таки здесь делает французская команда на самом деле. Не, просто, если честно... Честно, откровенно, то все, наверное, прекрасно понимают, что парни просто отстоять свой слот хотят в стар-серии и не терять его. Слот Узи, естественно, он взял с собой своего друга Эйкера, с которым они вместе создавали команду Imaginary, которая топ-3 заняла. Еще Шокси за нее играл. Опять же, освежил вашу память, но... Команда развалилась. Вообще, французская КС-сцена такая, вот, знаете, сцена шлюха, я бы сказал, потому что там постоянно кто-то куда-то уходит, переходит. А с Very Games LDLC что произошло? А Very Games-то, кстати, LDLC проиграли, и вот в финале EMS, например, они будут играть с НИПами, да, как я понимаю, если они выиграют Копенгаген Вульфс. Но, с другой стороны, также стоит отметить, что все эти замены на французской сцене, вот последние, они коснулись топ-1, топ-2. Поэтому команде PRG сейчас, по-моему, ничего не мешает, чтобы взять себя в руки, уделить время тренировкам и показать достойную игру. Просто играть ради слота, это, конечно, хорошо, но да, ради даже топ-8, да, топ-8 все-таки призовые места, тоже прикольно, круто, но когда-то хочется большего. Правда, когда тебя вот так вот уничтожают, как упал Липтон четко просто от Женька. Ну что, 2-2, ЕЛТЗ сравнивают счет, переворачивают ситуацию. Сейчас будет все крайне непредсказуемо в игре этих коллективов. И, как я смотрю, у нас ставилась вроде пауза, или это был какой-то лаг непонятного происхождения. Кстати, карта слева теперь наконец-то отображается квадратиком. Я прямо мучился, чтобы она там стояла. На самом деле, оказалось, просто во время change level не надо находиться на сервере, и все будет хорошо. Итак... Ну вот, французы решили просто взять, взорвать яму, при том, что не по таймингу, а с первых секунд. Как-то безобразно кинули гранаты. Ну, ЕЛТЗ после такого экшена, естественно, они этот прогрен слышали и
разыграют своими звеньями под Б по центру и по центру. Ну, а игроки некоторые, возможно, останутся отрезать аркаду на респаун. Ну, вот такие, как Женя, например. У него тут уже есть красочный персонаж, который хочет... Ой, Женька! Узи ставит стекла. Посмотрите, трэшик у Жени закрывает спину. Флекс пошел давить АВП. Да, сейчас АВП, по-моему, заберут. Нет, не стали давить Женька. Оставили Женю. Ой-ой-ой, французы. Можно могли наказать, но здесь получается принять у Эйкера Кевза. И Кевз дал первые два фрага, которые закрыли нападение. Не были готовы, по-моему, к укреплению на Б, зачитанному. Ребята из ЕЛТЗ, странно, странно то, что про Грен слышали. Нужно было просто остаться, подождать на респе. Французы-то сыграли линейно, но вот такой раунд отдавать это, конечно, лишнее. Кевз минус Женя, и счет становится 3-2. Французы выходят вперед. Пока что на один раунд. Видать, первая половина все-таки будет очень жесткая. Кстати, пауза ставилась. Трэшик, как я понял, перезаходил на сервер. И должен он сейчас вновь попасть. Гоу. Как видим, да, сейчас прогрузится у нас трэшик. Наконец-то прогрузился. Ну и что ж, у атаки экономическая ситуация очень-очень печальная, но они все равно решили купить дым и флешки. Вообще, я даже вижу здесь, как видим, девайс есть один. Раскидали мидл, оставили трэшика и ушли. Отличный план вообще от команды ЕЛТЗ. Типа, трэшик, мы тебе дым дали, дальше ты сам. Нет, говорит трэшик, но остается, тем не менее, на мидле. Что же будет делать защита? Ну вот первая точка давления была создана. Аркады пода не было, кроме ямы. Яму никто не чекал. И французы сейчас в небольшом преимуществе по информации на самом-то деле находятся. То есть как бы, ну вот трэшик сейчас увидел зиг, как я понял. И заметил пиксель игрока дефенса. В пиксель, вернее. Да-да-да-да-да, заметил. Так. И, по-моему, он даже не то чтобы... Он еще и слышал игрока в зиге, но тут в итоге играется выпад... И Диксон с подвала открывает очень хорошо. Трэшик проходит в перемычку. Эйкер роняет Женю. И задача трэшика сейчас разыграть против Эйкера более-менее нормально. Перестрелка с ямой. И второй заход с зажимом сказывается успешно на игроке из Украины, который играет за российскую команду. А вот Кевз остается один на один с Диксоном. И ситуация у Кевза здесь нелинейная. Но он понимает, что Диксон может выйти на, но может также с бомбой пробежать на Б. Потому что времени очень-очень много и должно хватать Диксону, чтобы его поставить. Но в любом случае, да, все слышит Кевз, то, что ставится бомба, и сразу же суппортит, вернее, не суппортит, выходит на выбивание через кухню. Ну и посмотрим на Диксона, наверное, вот как он сейчас себя поведет. Очень сложный раунд с точки зрения выбивания для Кевза, потому что когда оппонентов вдвое, это интересно. Один-то выходит на перекрестный огонь. Ну вот он думает, то, что его на пленте дурят, чекает плент, внимательно идет в зигу, но игрок атаки, как видим, встал на коврах, и Диксон сыграл в этой ситуации грамотно, занял позицию, самое главное, занял ее сверху, не напротив, не сзади, а чтобы игрок вообще не мог по нему попасть и даже догадаться, потому что где-то он может находиться рядом с ним. Ну и раунд достается команде ЕЛТЗ. 3-3, 3-3, вот такие вот качели. Я пока что, друзья, рейты поправлю сейчас. Быстренько поправим рейты на GoTV. Не подойдут такие рейты. Давайте, наверное, попробуем. Так. 16. Просто у меня как-то все очень-очень лагает. Невозможно в это просто смотреть. Реально невыносимо. Ладно. Ладно, с рейтами разобрались. Здесь уже минус 2, как видим, сейчас у ЕЛТЗ. Они все еще в попытке постреляться. Знаете, как-то агрессивно играют. Вместо какого-то плодотворного пробрасывание медла для изоляции того же АВП, той же зиги, да, либо той же перемычки. Они играют очень-очень крайне вот как-то агрессивно прямо, да, хотят постреляться. В итоге это заканчивается тем, что здесь совершенно спокойно. Ну вот Фликзор здесь принял торнадо вообще. На 5 баллов на Б ждет АВП в исполнении УЗИ, при том, что УЗИ вон, видит такая. Ой, тролль просто, троллина французская. При том, что Женя, по-моему, даже не понял. Женя, наверное, думал, что его приняли по таймингу, но должен был догадаться, наверное, то, что его рука торчала из-за стенки. УЗИ увидел, УЗИ фраг под Б. А так-то бы, если бы Женя убил, это было бы минус АВП, и осталось бы одно АВП и два девайса. Побороться бы было можно. 4-3. Перджи выходит вперед на один раунд. Пока у ЕЛТЗ что-то как-то трудновато заходит. Я ожидал вообще их доминирования, если уж честно. Ну, будем надеяться, что будут доминировать во второй половине. Все-таки ножи, кстати, выиграли французы, и за защиту начали именно они. Но
если инициатива была за ними, я готов сказать, что защита у них не особо сильная. Посмотрите, сыграли в ошибочную аркаду, дали себя сейчас просто разорвать команде ЕЛТЗ. Ну, в итоге, после успешного розыгрыша аркады в яму для ЕЛТЗ, продолжается экшен. Сейчас будет минус АВП в исполнении в лице Флекса. Забирает Флекзора, попытается Узи помочь здесь закрыть. Но игрок не бежит в зиг. И посмотрите, Женя уходит обратно в дом. В итоге Бэшечка раскидывается, а пода пытается выйти основной звено атаки. Не открывается плент. Ай, пули не хватило, чтобы убить сейчас здесь, как видим, Тикса. Ну и в итоге заказывает его Кипс. Остается Женя один на один против Узи. Узи бежит с Б-плента и не знает Женя о том, что Узи сзади. А Узи тоже с ВП, и они сейчас будут... Ой, все, красивая флешка. Вот она сейчас должна была Узи напугать, и в итоге Узи палится. Узи палится, 41 секунда до конца раунда. В ожидании Узи ставится бомба, Узи меняет девайс, летает с кольтом, знает... Ах, не знал здесь Женя то, что Узи взял все-таки кольт и в итоге ждал его с пистолетом, ожидал агрессии от французского игрока, при том, что думал, что сыграет невнимательно, но посмотрите, все-таки забрал девайс, поломился уже с девайсом. Напугал, конечно же, Женька, Женек там стоял, ждал слева, ждал справа, думал, сейчас он выйдет, и мы пистолет на пистолет разыграем, а тут вот кольт, и этот кольт подобранный. Узи приносит раунд команде PRG, счет становится 5-3 в пользу французов, и российский коллектив пока... не набирает обороты. Между прочим, кстати, не нашел я логотипы команды ЕЛТЗ. Так, ну вот месть от Жени пошла. Опять. А, я теперь понял, почему мидл они агрессивно не разыгрывали. Видимо, как раз-таки ждали вот этого поворотного момента, чтобы туда Женю с АВП запустить. Ну вот Женя со слоником оказался на уровне. Кстати, это тоже один из, наверное, самых обсуждаемых игроков. Вот с начала Counter-Strike Global Offensive киберспортивной сцены на этого парня сразу обратили внимание. Пода в этот момент неудачно играют в ЕЛТЗ, не чекают пору ямы. И в итоге решаются двух игроков нападения, но дают размен, остаются в численном преимуществе. И оно им сейчас позволит сыграть на... все 100. Ну, попытка поставить бомбу. Вернее, Диза здесь закрывал сейчас. Ой, Узи! Ну, вот тут уже все. Тут уже сейчас ошибка ЕЛТЗ просто на лицо. Протупили, слишком долго прождали, зная то, что один парень находится на КТ-респауне, фокусили по зиге, в итоге, по перемышке, в итоге перемышка сыграла свою роль. Вышел Узи еще с респа вдобавок ко всему. Ну, Узи сыграл явно неадекватно, ну, как бы, ситуация, конечно, требовала здесь срочного вмешательства с КТ-респауна, но лежал же дым, и почему он в него вылез, неясно. Но у ЛТЗ проблемы с бомбой. Вот если вспомнить недавний матч команды Fnatic на этой карте, то можно с уверенностью предположить, что... те не зря ставят бомбу за красным, понимая то, что дефолт прогрениться может, либо прострелиться. При том, что бомбу просто за ящиком не поставить. Об этом всем известно. Так, ну вот сейчас была попытка Кевза попасть. Зря, кстати, зря он сейчас начал стреляться. Ну, возможно, он, наверное, думал то, что... так, что ж такое? Возможно, он даже подумал, что кого-то убьет, но никого не убил. Ну, как видим, дым рассеялся, своих двоих он, в принципе, забрал. Ну, у ЕЛТЗ какой-то неспланированный эко-раунд просто с разных сторон. Вот каждый бежит на плент. 2-3 на Б. Какой-то бардак. Пока что у российской команды всего лишь 3 раунда. Им надо как-то начинать здесь отыгрываться. Все-таки дебют. Это наши третьи дебютанты, друзья, на этой неделе. Я напомню всем зрителям, вот недавно все писали то, что, и жаловались, то, что матчи постоянно переносятся, команды не играют, все такое. Друзья, эта неделя, она вообще первая неделя на Star-серии, она всегда, скажем так, делается для расписания. Команды переносят свои матчи на удобное время, потом у них остаются вилд-карты. Ну, а потом уже пойдут технические поражения. Сладкие любимые, выпад от Тикса на ковры. Закрыт. Эйкер закрывает еще и плент. Эйкер закрывает еще и трон. Падает торнадо, красный Эйкер после этого. Где гуляет Женя в этот момент, вообще вместе с трэшиком непонятно. Почему трэшик сидел, ждал, не выходил в зигу перекрестным огнем, тоже не ясно. Ну вот попытка закрыть Флекса закончилась таким вот трупом. Ну и Узи там уже доделал дело. Французы набрали обороты, у ПРЖ уже 8 раундов. Пока их дефенс на Мираже выглядит очень жестким. Единственное, что вот вызывало сомнения в игре французов, это то, что там игроки сур-сцена, как бы, да, и... странно было бы, наверное, спрогнозировать им хороший Мираж. Все-таки я считаю, что Мираж у них не на самом высоком уровне. Не знаю, как вы. Так, лагает, скорее всего, у сервака. Возможно. Друзья, трансляция идет у нас без дропов. Все энкодится, все хорошо. У нас 2000 человек тем временем на трансляции. А Женечка открывает. Женечка открывает счет в этом раунде. И спокойно продолжает играть в своем подвале. Ну вот, пошел чекать спину в избежании
кого-то в аркаде. Сейчас должен был понять то, что есть парень на зиге. Он его услышал от него флешку. Сейчас трэшик будет внимательно заходить. Посмотрите, до контакта знает, что есть чувак на зиге. Но сначала он предпочитает залезть. Что-то интересное. Ну вот сейчас трэшика должны были слышать. И Узи может либо сейчас вообще... Нет, не решает Узи в раунде. Слышал трэшика, но подумал, наверное, что подвал. В итоге трэшик его убивает. Зига открывается у ЕЛТЗ. Как видим, они контролируют вообще практически всю карту. Французы вдвоем потеряли. Сейчас попытаются на укрепление угадать направление атаки. Но тут уже явно не Б-плент. И, скорее всего, пойдут в куш. Будет экшен. Ну, вот тут дается торнадо. Неосторожно играет трэшик. Не отпускает трэшика Липтон. Инфа по последнему игроку уже прошла. Смотрите, что дальше делает у нас Липтон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это интересно. Ну, бомба-то не стоит, а 25 секунд до конца раунда. Тиксон бежит сейчас на и посмотрите, Липтон понимает, в какую он ситуацию попал, знает то, что сейчас может здесь кого-то перекрыть. Да, с КТ стреляется, но безрезультатно. Его подловили на зиге. Ну уж тут-то точно надо как-то убивать. Ах, вот не хватило одной пули буквально здесь сейчас, чтобы добить Тиксона на бомбе. Ну и... Но постарался Липтон, как видим. Тиксон, кстати, потратил 6 с лишним тысяч. У него еще и АВП. 8-4. Зашел один из раундов к ЕЛТЗ. Посмотрим, надолго ли хватит парней. Мне просто кажется, что... Знаете, раз в год и палка стреляет. И вот один этот раунд уверенности не придает, но в целом-то команда может сыграть намного лучше. Итак, ну что ж, с ямы открывается Диза. Какой-то непонятный дым в коврах. Нет ни одной флешки над ямой. Чувак уже открыл. На что рассчитывают ЕЛТЗ, разыгрывая вот такими непонятными моментами. Так, не сдержался Кевс, попытался прооркадить Зиги, в итоге лишился жизни. 3 в 4, французы снова стянулись все на аплент, но трэшик их уже, да, трэшик их уже пошел просто по одному убивать. Но не заметил парня под мостом, вернее, не чекал, поломился в рез. Ну и ЛТЗ численное преимущество, это очередная бомба, Узи изолирован, все, бомба от Жени должна пройти спокойно. Давайте посмотрим на господина Эйкера, может он что-то здесь сможет сделать. Слышит Эйкер здесь установку бомбы. Понимает, что все. А вот куда теперь идти? Куда теперь идти? Ну, взял-то АК с кольта. Ну, и французская команда уходит на сейв. Ну, с Узи все понятно. Узи 9 хелсов. То есть, ему там не по шансам вообще куда-то вылезать. Плюс у него АВП, за которое ему вряд ли кто-то отдаст обратно его 4500. А вот у товарища Эйкера есть АК. Но он тоже сейвит. Странную позицию только, правда, занимает. Как бы его там... На выходе заметит и будет очень-очень больно этому парню. Ну что ж, уходит у нас Тиксон. Под номером 0 он у нас разыгрывает в атаке. Так, Диза, Зик и смотрим на Эйкера. Может быть, у него здесь получится засейвить. Ой, едва-едва в голову не получил, как я понял. 8-5. Ну что ж, ЕЛТЗ. 5 раундов взяли. Пока все четко. Пока все четко. В набор играть получается. При том, что очень неплохо получается. Может даже сейчас еще и 6-й раунд на такой позитивной волне смогут взять. Ну и давайте посмотрим, что у нас планирует сейчас ЕЛТЗ. Атака 2-2-1. Женя под Б. Ну, мы уже вот за всю первую половину изучили их схему. То, что у них здесь всего 3 варианта, как они могут разыграть. И пару эко пронаблюдали, на которых команда ЕЛТЗ нас не удивляла. Ну и ждут, по-моему, сейчас просто первого фрага. Кто же его все-таки сможет сделать? На контакт первый выходит Диза сейчас. И у него здесь в гостях Эйкер есть, который кроет яму. Помогает Эйкеру в звене Липтон. И есть Флекзор. Мид, кстати, отдали. Ну вот то, что с мидла и ЛТЗ играют очень пассивно. По-моему, лишает возможности пробивать аплент. Вот сейчас есть... Ну вот Тиксон открыл Зик. Отлично. Все, забрали там Кевза. Все хорошо. Сейчас, если сыграют правильно и четко с перемышкой, убьют Флекса, то все будет хорошо. Но Флекс понимает то, что... Он ждет здесь в дым, к нему никто не пошел. Посмотрите, ЕЛТЗ после такого минуса развернулись и пошли на Б. Красава, торнадо. Не знает, что торнадо прооркадил уже кухню, занятый Б-плент. Так, лишается еще и Флекзора. Все, пострадали просто полностью торнадо. Минус. Забрал Липтона. Ну и команда Пураген по одному развалилась. Попытался Эйкер здесь еще зацепиться как-то за торнадо, но счет становится 8-6. И ЕЛТЗ все-таки... Поймали обратно ниточку к игре. Видимо, собрались, обсудили,
какие-то слабые моменты команды Перджи. Ну, слабый момент — это точка Б, потому что из 6 раундов 3 были взяты на Б-пункте именно команда ЕЛТЗ. И давайте посмотрим сейчас на последнем раунде первой половины, что нам покажут. Агрессивная АВП от Тиксона, при том, что занимают сразу. Но вот из-за того, что у них такая замешкались на центре, не смог он сделать минус и даже попасть нормально. Там, кстати, под флеш тоже флекс зачекал. Сейчас, в принципе, французы готовы принимать мид. Лузи уже дает первый спам прострел. Он не работает. Кеп заизолирует в зиге, и команда ЕЛТЗ рассыпается. Рассыпается в атаке. Сейчас они попытаются перегруппироваться или разгруппироваться. Ну вот, например, отойти на рез было позитивным и правильным решением. Как видим, торнадо забрал сразу же аркаду от французского игрока. И теперь уже ЕЛТЗшников будет крайне тяжело запереть. Трэшик гуляет вовсю в зиге. Ну вот он должен сейчас здесь был убивать перемычку, но почему-то... Ой-ой-ой, а там еще и флекзер зааркадил. Посмотрите, в подвале его оставили. Кевс минус Деза. Деза шел за флекзером. 3 в 4. 3 в 4. ЕЛТЗ. Вот Трэшик с такой позиции никак не сыграл. Он уже здесь должен был два раза просто выйти, два раза одолеть. Увидел Зиг. В итоге пусто. А я увидел люльку. Зиг, Зиг и ВП. Что творят ЕЛТЗ? Я не понимаю, как это... Что я только что посмотрел? Что мы только что увидели? Я не понимаю, почему... А, пустая. Свой тип на А. Чуваки сидят под Б и ловят привиденчиков. Остается один Женя. Какого лешего? Трэшик должен был убить Зиг. Ой, Зиг, перемычку. Вот сразу там этот флекс и гулял по центру. Зашел в подвал. Его надо было закрыть и не волноваться. А потом в итоге спалился люльки, спалился Зиге. Ну и бомба апленд. Потом что ставится она на дефолте. Выходит спокойненько Кевск. Это спауна и подлавливает Женю. Счет становится 9-6, друзья, в первой половине. По статистике, как видим, Кевс настрелял 16 на 10. Уверенно, 36 очков. Ну, судя... Относительно КД, да, то французы сыграли как команда, а вот у команды ЕЛТЗ небольшие есть качельки в защите, и постарался только Женя. Но это опять-таки клатч-раунд был, и вроде даже две попытки сыграть клатч-раунд в свою пользу было от Жени. Не самый жесткий, конечно же, но тем не менее... Тем не менее, ладненько. Ну что ж, сейчас французы попытаются показать свои лучшие КС на пистолетах, но я думаю, что их уже сейчас прочитает торнадо после первой флешки. Как видим, на торнадо выходит куча народу, первый падает у нас, и торнадо сыграет первого в голову, ведь второго, третьего дает муку, а всех попадает по всем, но сильно не демейджит. Трэшик должен был перекрестном огне сыграть, но не сыграл. К нему спрыгнул Узи и разобрался ЕЛТЗ на выбивании. При выбивании, как видим, очень быстро достаточно хелпанули, и какие-то позиции им удалось выиграть, кроме Зиги, который является сейчас основной. Если здесь забирают Узи, то все будет четко. Бомбу еще пока французской команды... А-а-а, бомба-то! Бомба вот как лежит. Оп, флекс подобрал. Ставит. Ставит. Узи ему прикрывает здесь сейчас выход. Но Узи работает на два фронта и слышит одного игрока с ковров. А местоположение второго... Так, это даже не ковры были. Это рядом с ним топает. И Женя! 4 хп просто. This is Sparta. Пятка Эбрила. И сносит Узи. Но ломится в плент. Остается в итоге стендин команды. Доигрывать раунд 1 на 1. И вроде пора... Да, ну, короботы какие-то пошли французско-русские. Но, слава богу, хоть как-то он смог поставить здесь хедшот. Еще и через кусочек стенки, друзья. Жесть. 9-7. Берут все-таки. Раунд ЕЛТЗ первый пистолетный во второй половине. И это хороший знак для этой команды. Очень хороший. Ну, сейчас их задача будет попытаться сравнять счет. Ну, если получится, то это... Порадует, я думаю, сейчас зрителя. Ну и болельщиков команды ЕЛТЗ, соответственно. Так, Перджи одного оставляет, двух оставляет на медле. Сейчас холодить, вот если Женек сыграет плохо. Ой, Женя видел. Увидел угол Кевза, в итоге забрал его спокойненько. Занимает белый. Ну, центр теперь за ЕЛТЗ, естественно. И вот это вот все звено, которое вот так сейчас стоит, оно должно уже понимать то, что здесь намечается и наклевывается выход. Номер 7 сейчас чекает. Так, Деза, минус Узи, минус Эйкер. И забирает яму с дальней дистанции. Торнадо бежит сразу же, мутит себе АК. И это дает минус мораль французам уже в любом случае. Потому что волевой бай без единого минуса это... Ну это то же самое, что петлю с веревкой просто дали. Так. Что-то тут какие-то непонятки рисовываются. Торнадо. Растерялся. Вместо того, чтобы встать подождать, просто растерялся. Ну вот... Гвоздь.
Гвоздь нашей программы «Торнадо», наверное, так его теперь будем называть. Ну и французы пытаются закрепить свой успех этого минуса, пытаются пробиться дальше на аплент, но мы-то с вами знаем исход, здесь слишком много игроков защиты, и за этот раунд они себе не заберут. И вот в момент того, что они волевой бай сыграли с одним минусом, денег у них теперь точно никаких нету, и ЛТЗ сейчас должны их сгонять по счету и делать его 9-9. И вот уже следующий девайс на раунд станет самым, наверное, решающим и самым ключевым за всю эту встречу. Чем он закончится, не ясно пока, но предполагаю, что французы покажут медленный КС. Ну вот, перейдя за атаку, французская команда на пистолетке показала, что с информацией у них все плохо проходит. Не понимаю, нет у них пока еще того вот взаимопонимания, которое было у ЛТЗ в атаке. Принимать-то на позициях стоять много ума не надо, есть тайминги. А вот играть в атаке и при этом сохранять геймплей и действия скоординированными и понятными может не каждый. 9-9. Но это уже на плечах, наверное, вот этого парня, Кевина Вернелла, он же Узи. Это его уже задача, чтобы команда чувствовала себя нормально. Так, по-моему, сейчас будет дым от флекса. Нет, нет, один дым все-таки с респа будут давать сейчас. И, скорее всего, это, как я понял, изоляция перемычки. Просто если он сейчас на люльку упадет, то это будет странно. А, ну тут вообще все ядымы. Они только-только, как видим, долетели. Закрывается сразу же две точки, плюс даже три, и это дает возможность еще зааркадить с Б-плунта игрокам защиты. Там, в принципе, трэшик не растерялся, сразу агрессивную позицию занял. И PRG сейчас попытается подсадиться в люльку, как я понимаю, крыть это дело будет все Женя, и пока что он здесь в одиночестве. Нет, ассистировать ему будет Фиксом, в итоге подсадка, это была зачитана, Женя принял, 38 хп у Жени, на него сейчас должен сыграть... Должен был быть сыгран выпад, но французы не зашли на зик, и отхалдившись на центре, по сути, потеряли то самое, те самые секунды, за счет которых они могли выбить себе, сделать себе размены, посредственно, последовательно выбить численное преимущество. Теперь у них шансов никаких нет. Агрессивная позиция под А позволяет в любом случае принять непредсказуемо. Ну и на Б-планте Женя, как всегда, невероятен, как всегда, стабилен, забирает своих игроков, выходящих по зигу. Липтон дает такой же ответный размен, но он не знает, где находится трэшик. А трэшик, как видим, с ковров его ждал весь раунд и дождался. Но он даже ждал не конкретно его, а ждал просто фрага. И французы переворачивают. Ну, я даже не знаю, вот есть ли у этой команды стальные железные шары, чтобы сейчас дать ответку на следующем девайсном. Просто ЕЛТЗ больше трех давать преимущество не надо. Будет больше трех, будет вообще кроволол. Так, сейчас попытаются задавить, как я понимаю, Деза, да. Но Деза здесь опять на два фронта. Диксон очень уверенно отспреивается, как видим. Ну и выходит сразу через трех пистолетом, и также забирает Липтона. Красава, минус 4 за раунд, и вся халява досталась сейчас Деза. Нафармил он там, наверное, неплохо. 6400, 11 тысяч у Тиксон свили. В общем, экономика команды ЕЛТЗ не нуждается еще на два раунда, как минимум, в какой-либо поддержке и переворотах. А вот у команды PRG сейчас бай. Эх, по 1000 остается. Если поставят бомбу и проиграют раунд, то могут себе на еще, могут еще на один девайс не надеяться. Но если бомбу не поставят и сыграют отвратительно, то все будет плохо. Кстати, разыгрывают схему волевого бая, но не... рискует под Б и не рискует особо сильно под А. Под А, кстати, вообще до контакта ведется холд. Никаких аркад не предпринимает ни ЛТЗ, никакой агрессивной игры от PRG. Ну вот что касается Торнадо, он должен был сейчас услышать весь движ, который на него собирается выходить. Убирает он первого, забирает второго, падает на него бомба, выходит третий, и это каска от Липтона, но его также закрывает Деза. И великолепная игра на размене от ЕЛТЗ в яме. Торнадо плюс Деза. 9-12. ЕЛТЗ набирают обороты. Приятно видеть. Приятно видеть. Все-таки новички StarLadder, особенно Star серии, вот, например, за прошедшие два дня игровых, дебютировали с поражения. А вот у команды ЕЛТЗ есть шанс выиграть. Не, ну в первый игровой день StarLadder этого сезона, конечно же, был вообще самый, наверное, сверхнасыщенный. Мы посмотрели с вами один матч. И этот матч ничего такого нам не показал. Только плохую форму команды The Nation и набирающий оборот команду Fnatic. Так, Спураген, Кевс, минус, Женя. Ставят по Жене, пробивают Зикс. Играли очень-очень быстро. И этого, как видим, ЕЛТЗ не ждали. Сейчас посмотрим, как трэшик будет защищаться на Б-пункте. От него зависит практически все. Но вот... манцевался он на точке очень-очень хорошо, и опять команда французская потерялась, и я не понял, что они хотели сделать.
отдали на центре бомбу. Ну вот он Липтон в качестве запирающего, который должен был провести этот раунд. Запер аплент, но его тиммейты не сдержали давление от игроков защиты. По-моему, просто французу на агрессию французов ЕЛТЗ там какой-то выпад сделали. Как-то уж там что-то все вообще... Как, знаете, как по шаблону, как по учебнику все померли. Ну что, смотрим на Липтона. Липтон пойдет в зиг. Ну вот, триксовый парень. Триксовый парень. Не каждый будет запрыгивать вот именно на это пространство. В итоге бомба не забирается. Пытается здесь что-то увидеть. Увидел ковры и его контрят перекрестным огнем. Но он может еще забрать бомбу на самом деле. Ну, подошел. Подошел к бомбе, но забрать ее уже, естественно, не дали. Ну и давайте обратим внимание на статистику ЛТЗ. Женя пока что давит 21 на 14. На этого парня, правда, вот для тех, кто только что приснился, не в курсе, напомню, что он как World Edit, на него тоже очень много было предъяв, заявок, претензий. Особенно в про-серии вот итальянцы и Entity, и Kiki, и Sports Club тоже просто были в шоке на Женю. И почему Женя играет именно так? Ну, это вот русские кейсеры. Их не понять. Так, ну что ж, французская команда, по-моему, уже, да, испытывает отчаяние, и Липтон поломился первый на. Ну, тут уже я готов сказать, что все, у французов кончилась мана, кончились запасы терпения. Что вот это вот, почему? Почему один чувак берет, просто выходит, дохнет, когда 4 игрока в звене играют холд? При том, что раскидывать они начинают вообще вот такие читабельные эти французы. Сейчас вся команда ЕЛТЗ знает то, что они сидят в яме. Там минимум двое, максимум трое. Может быть, конечно, четверо, но... Факт в том, что там масса, это факт. Торнадо минус Эйкер. Присел на прицел, Эйкер просто подмастил торнадо при перестрелке. Ну и французов тут вообще разбили. Не то, что даже разбили, их здесь избили, разбили просто. Еще 20 раз перевернули, перекинули через бедро, через плечо и отправили на скорой помощи лечиться. Потому что карты Мираж в России играется очень-очень много. И всем об этом известно. 24-й раунд, друзья. Счет 14-9, ЕЛТЗ. Нужно 2 раунда до победы. И я думаю, что эти парни сейчас находятся на той форме концентрации в этом матче, когда ты понимаешь, что ты эту встречу уже выиграл. Если, конечно, не упоришь каких-то сверхъестественных косяков. Ну, в русском кейсе такое часто случалось. Все прекрасно знают эти истории. Так, пока что мастер-класс от трэшика на Б-плинке. Хорошо разыгрывает на минус 2. Тиксон подхватил. Подхватил. Плент. Нет, все-таки позволил Флексу и Кевзу сыграть перекрестным огнем. В итоге ситуация 3 в 2. Пытаются они сейчас дождаться тени из дыма. Но за дымом уже никого нету. Ставится бомба. На выбивание переходит команда ЕЛТЗ. В пленте неаккуратные действия от Флекса приводят к его потере. И остается последним у нас живых игрок атаки Кевс. Но ему тут уже не выжить. Ну и французы могут рассчитывать, что на последнем раунде у них хватит на денег на автомат Калашникова и пару гранат. А вот у ЕЛТЗ денег хоть, не знаю, дай в долг Евросоюзу, дай в долг России, дай в долг Украине. Кстати, Торнадо с пингом 100 играет. Обратите внимание по пингу, кстати. 37 Липтон, 18 Узи, Эйкер 39, 53 Флекса, 20 Кевс. А вот у ЕЛТЗ у всех пинг по 50. Ну, у трех игроков Киксонс, Вильдеза и Женя. У Торнадо 92 и 37 пинг, конечно же, у Трэшика. Итак, с 15-9. Погнали, что будет делать французы? О, посмотрите, торнадо что делает просто. Заходит в аркаду, совершенно спокойно в подвал, таранит, брейт двоих, там падает бомба, флекс разбирает, но тут уже, по-моему, не выживет никто. Эйкеру выйти просто не должны давать. Ну, вот он увидел сейчас кривую гранату. И, может быть, еще поборется. Нет, 16-9, друзья. Ну что ж, с таким счетом играет команда ЕЛТЗ. Поздравляем их с победой в дебюте SL TV Star Series. Мы с вами увидимся через несколько минут. Здесь же на трансляции. Далеко не уходите. Counter-Strike сегодня с вами смотрит Slam. Подписывайтесь на страницу vk.com/sl4mtv. И пишите в репортаже игрового дня на ksgo.starladder.tv ваши комментарии, которые мы сейчас будем читать сразу же после этого матча. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.